Хорошие и плохие отметки, строгость и справедливость, уроки, классные часы и родительские собрания. Все это огромная часть жизни учителя. Но в этом зале они исключительно ради добрых слов в свой адрес. Педагоги Уссурийска принимают поздравления с профессиональным праздником. Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Своим неустанным трудом, постоянным творческим поиском вы закладываете основу завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько образованный, духовный, богатый будет наша молодежь. Желаем крепкого здоровья, благополучия, талантливых учеников, спокойных родителей. Задача каждого воспитания подрастающего поколения. В профессиональных вузах и СУЗах учат методикам преподавания предмета. Но на деле уже в школе они нарабатывают настоящий педагогический опыт. И здесь-то не все, как написано в книгах и озвучено на лекциях. Потому каждый учитель выбирает свой подход. Нелегкая профессия, но жизненно необходимая. В то время, когда выпускался я из школы и выпускался из института, сейчас дети совершенно другие. Они более современные, они более умные, дальновидные, они уже видят будущее, они знают, что они хотят, но многих нужно направлять. Потому что это действительно, что, как вы сказали, всех одной расческой не причешешь. Каждому нужен индивидуальный подход. В праздничном зале учителя, которые чем-то отличились в профессии. Отрадно, что среди опытных наставников много молодежи, которые выбрали работу в школе и уже имеют определенные заслуги. Грамотами и благодарственными письмами от администрации, думы округа и края награждают самых-самых. Учитель – профессия дальнего действия. Главное на земле, сказал Роберт Рождественский, как это точно и верно. Это главная профессия на земле, которая она и определяет роль учителя. Он и воспитатель, и наставник, и учитель. В этом, вот в этих словах сущность учительской профессии. Валентина Евстафьевна много лет воспитывала и наставляла учеников. Она и сегодня желанный гость в школах нашего округа, а еще почетный житель, ряды которых пополнились педагогом. Галине Овсянниковой на церемонии чествования учителей вручили удостоверение и яркую ленту. А сотни лучших педагогов округа обещали материальное вознаграждение за труды. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.